Лина, Лина, виноград. Я смею, я беднею захотел. Сказать, станет над рекой, зорьки лесные встречать. Клёз. Кудрявый, клёз зелёный или цветной. Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клёз зелёный, да клёз кудрявый. Раз кудрявый не знал, раз кудрявый, клён зелёный цветок. Я влюблённый и смущённый пред тобой. Дом отдыха Пайн. 22-е сегодня число? 22-е? 22 июля 2012 года. Клава в пионерском лагере. Ой, в дом отдыха, я им извиняюсь. Спутал немножко пионерский лагерь. Но вообще-то похоже на пионерский лагерь. А? Вы не обижаетесь. Здесь просто немножко младшая группа. Да? Если... Если взрослые люди ходят в детский сад, то здесь пионерский лагерь. Раз кудрявый. И смущенный перед тобой. Зеленый. Мне надо тренировку для ноги. Раз кудрявый. Наоборот, не надо трогать. У меня знакомая имела гипс, я потом второй раз. У меня нет гипса. И смущенный пред тобой. Апсет Нью-Йорк. Дом отдыха Пайн или Ресорт Пайн, который в 20 минутах от моего дома. Шикарное место. Собрала русских. Полное обеспечение. Танцы, мансы до упаду. У костра. Короче, им здесь весело. Девочки поют. Браво! Браво! А он что, у вас муж-дирижер? Сейчас он катается. Артист из Погорелого театра. Так, ну давайте. Так, артист писать какой-то сценарий? Я уже пишу сценарий. Вы продолжайте, давайте. Продолжайте. Сема, у нас мужского голоса не хватает. Сема. У нас мужского Сема, у нас не хватает мужского. Хор Пятницкого. Артисты без. Сема, присаживайся. Садись. Ты будешь дирижировать или петь? А где твоя палочка? Я сам знаю, это такое дело. Да? Я имею в виду дирижерское, а ты про что? Нашем переулке жена мужа продала за 4 булки. О, это уже... о, пошла тренировка. На скамеечке не сидит, улыбается. Оказалось, в местах рот не закрывается. Вот, давайте частушки, кто какой частушки? Это уже ташкентские частушки. Ну, да, уже, да, ведь совсем сошла с ума. Посреди со всей страны взяла с собой чего штаны. Откройте, пожалуйста, дверь, молодой человек. А там идет репетиция. Дверь откройте, пожалуйста. Дверь откройте, пожалуйста. Им жарко. А что, здесь будут танцы разве? Спасибо. Там же душно. Надо, чтобы на улице. Ну, пойдем посмотрим, что там внутри. Поднимемся. Семен, что ж ты ушел? Кто здесь что-то говорил? Продолжайте, пожалуйста. Что, здесь будут танцы? Танцы, пляски. Здесь же душно, вы что? На улицу надо пойти? Я не знаю, что вы там сделали. А я не знаю, тоже. Что, холодно, что ли? Ну окей, здесь будут танцы. Это столовая. Ну, вообще-то здесь хорошо, очень уютно. Ходите сюда.
слово не будем, чтобы не покупать. Какие ташкентские? Про бешбармак? Да, уже съели весь бешбармак. Что ты сказала, Кель? Устанай я была, в казах я влюбилась. Поговорка Кельманда, три недели снилась. Окей, я понял. А лучше от Мандыкель. Это ташкентский. Это говорит, это... Никит... Не, она наполовину... Она наполовину ожская. Это куда ты пропала? 15 сутков тебе не было. Ну? Ой, не говори, в Узбекистане была. А чего делала? Узбекки это учила. Ну и чего ты научилась? Кельманда. А дальше чего? А как мало? Иди сюда, ты иди сюда. Хорошо, а как иди отсюда? Кель от Манды. Не так, от Манды Кель, а не Кель от Манды. Окей, давайте я говорю в городском саду. Ну давайте, в городском саду. Давай. Манька, Манька. Ну, Манька, Манька. Манька, куда собралась большим чемоданом? Ой, не говори. На Северном поле деньги делать. Каждую ночь 3 рубля. Дура старая, ночь там. 6 месяцев в году бывает. Поняла? Поехали дальше. Правильно. Семен, давай. Мы тебя ждем. Он не поэт. Вот дирижируй, давай. Он не поет, не требует. Вот так развлекается молодежь и старички. В ресорте Пайн, в русском ресорте Пайн, который совершенно рядом от моего дома. Весело? Вы поближе сядьте, там все написано. Браво! Браво!